Столица Финляндии часто принимает соревнования по конному спорту. И уже третий год подряд лошади не только участвуют в состязаниях, но и помогают вырабатывать электричество и тепловую энергию для Хельсинки. Их навоз отвозят на местный энергетический завод, который и подал такую идею. Мы хотели сделать мир чище, но вообще не представляли, с чего начать. Потом мы стали партнерами с крупной международной энергетической компанией «Фортум». И там придумали делать из навоза электричество. Впервые конский навоз использовали по такому назначению в 2017 году. Выработанное из него электричество обеспечило энергией здание в Хельсинки, где проходила международная конная выставка. На прошлогодних соревнованиях 235 лошадей дали 112 тонн навоза. Из него получилось 168 мегаватт энергии. Этого хватило на то, чтобы 4 дня обеспечивать электричеством спорткомплекс и месяц обогревать 26 столичных квартир. Для переработки используется навоз, перемешанный с соломой, которую кладут в стойлах. Конский навоз – благородное топливо, сопоставимое с древесной корой. Из тонны можно получить примерно 1,5 мегаватт-часа. Это означает, что дом одной финской семьи могут обеспечить энергией всего 2 лошади. Собирать навоз приходят подростки-волонтеры, полюбившие лошадей. Здорово, что лошади помогают получать электричество. На прошедших в октябре соревнованиях по конкуру удалось собрать 135 тонн конского навоза, перемешанного с соломой.